Всем привет, меня зовут Злата, я рада видеть вас на моем канале. И сегодня у нас будет влог. Мне нужно сегодня сходить за справкой для института, 086 вроде справка называется. Если что, за завтрашний день нужно что-то там сдать какие-то анализы. Ну и, конечно же, сразу я эту справку не получу, понятное дело, нужно много чего доздать. В общем, смотрите дальше видео, все поймете. И, наконец-то, эту справку получить, потому что я уезжаю в пятницу уже на дачу. Там предстоит много видео, особенно про подготовку к ЕГЭ, как я готовилась. Дальше, конечно же, будут влоги, потому что без влогов я не могу. Для новых подписчиков сразу скажу, что я очень люблю растения. Я выращиваю всякие растения, огурцы, помидоры, цветы, поэтому на даче во влогах будут присутствовать эти культуры все. И во влогах я также буду показывать, как что цветет, потому что потом пересматривать мне это очень нравится, анализировать, в какой год было что лучше, как я удобряла. В общем, это все равно будет присутствовать в моих влогах, просто предупреждаю. Сегодня у меня очень много дел. Первое, как я уже сказала, это справка. Второе, это сходить в Пятерочку, точнее не в Пятерочку, а забрать там именно посылки с сайта AliExpress, которые ехали всего лишь 10 дней. Мне даже интересно, что все-таки пришло, какого качества, потому что это какая-то там ускоренная доставка. И что пришло? Какая-то кружечка и горшочек для суккулентов или для маленьких кактусов, вот что-то такое. Скажу цену, потому что она необычная. Также сегодня я еще зайду на Вальберис и померяю всякие туфли, сумки. Если что, платье у меня уже куплено на выпускной, и теперь я подбираю туфли и сумку. Еще там кое-что заказала для бисероплетения. Хочу попробовать снова. Когда-то я этим занималась, но решила попробовать еще раз. Я заказала там проволоку, фурнитуру для сережек. Я сегодня еще подвязывала огурцы. А, мне еще нужно, короче, за эти 2 дня, в пятницу я уже уезжаю, сегодня среда, нужно разгрузить все мои конспекты, все мои какие-то листочки, черновики, на которых я что-то делала по подготовке, стопочками сложить, что не нужно, я просто сожгу, что пока нужно для видео, я сниму и тоже потом сожгу, потому что, ну, куда мне это девать? Вот, и все это мне нужно разгрузить, все рассортировать, и этим обязательно мне нужно заняться либо сегодня вечером. Но сегодня, возможно, я не успею, потому что мне еще Вальберис, вот справка. Я надеюсь, что очереди там огромной не будет в больнице. И я надеюсь, что ничего не нужно доздавать, и просто быстренько я возьму эту справку и уйду. Вот, и скорее всего, все-таки буду завтра этим заниматься, с этими конспектами всеми. Нужно это все сделать, сложить в рюкзак и уже ехать на дачу. Также мне нужно все мои растения положить по коробкам, тоже рассортировать, огурцы, там, кабачки. Все это тоже как-то сложить аккуратно, чтобы довести нормально, в нормальном состоянии. Вчера я ходила с подругой в кино и ничего не делала в плане сборки на дачу. Ходили мы, кстати, на спиритический сеанс, фильм так называется, вообще неинтересный, сюжет вообще не понравился, но атмосфера была прикольная, мы в зале были почти одни, то есть мы вдвоем и еще две какие-то там девочки, то есть в зале 4 человека. Были вместе, смотрели, только из-за этого там 6 из 10 фильма. Все, я пошла собираться уже, почти собралась, вот до сих пор в пижаме, сейчас уже буду все выходить. Чтобы вы понимали, какое уже все большое, это уже нужно срочно все вывозить. А вот тут мне нужно все разгребать, смотреть, что мне нужно, что не нужно. И еще там есть полки в другом месте. И там я тоже буду смотреть, что мне нужно, что не нужно. Даже на балконе есть рассада. Все это мне тоже нужно как-то вывозить. Все, я уже вышла, иду домой. В общем, была сейчас в больнице, ходила за справкой, справку мне отдали. Но нужно пройти еще диаскин-тест, 2 прививки и психиатру сходить. Так, сейчас я опять вышла на улицу, и мы сейчас с мамой поедем в Альберис, потом поедем за посылками, вот сайт AliExpress. Так, и что еще? Ну все, в принципе, еще Пятерочку просто съездим. Ну и дома я уже буду все разгружать, всю макулатуру, дел много. А сделать это все нужно за 1 день.
Вот, две посылки только что сходила. Искали их, конечно, долго. Давайте открывать. Должна быть кружка за 2 рубля 49 копеек. И горшочек для цветов, но я уже говорила. Так, это горшочек, походу. Какой классный керамический. Так, вот такой горшочек. Горшок мини керамический, белого цвета для цветов. Если что, я специально за горшок спрятала, чтобы не отсвечивало. Ну, прикольненький такой для суккулентов. Вот. Упакован был просто прекрасно, и доставка быстрая. Стоил он ровно 100 рублей. В этой посылке находится кружка за 2 рубля 49 копеек. И я не преувеличиваю, не преуменьшаю. Реально такая цена. Там вроде корона должна быть, корона на облаках или какая-то. Рисунок бред, но цена... Я не знаю, какая должна быть кружка за такую стоимость. Я не понимаю, почему такая стоимость. Ну ладно, интересно мне стало. Решила заказать. Я тут проволокой какой-то пытаюсь открыть. Вообще неудобно. Слушайте, такая хорошая. Да ладно. Опупеть. Слушайте, такая классная кружка. В чем тогда прикол стоимости? И сзади она точно так же выглядит. Это фарфор. Это фарфор. Написано тут. Состав фарфор. Сколько здесь? По-моему, тут 300 или 350 миллилитров. Что-то тут не написано. Это было в разделе «Ускоренная доставка». Вот. И там, в принципе, все такое дешевое. Но кружка за 2 рубля. Это, конечно, я не знаю, что дешевле может быть. Вот. Вот мои такие вот покупочки. Кстати, заказала еще много всяких посылок с сайта AliExpress. Будем ждать. Ну, а мы сейчас поехали в Альберис. Точнее, поедем. Чтобы вы понимали, в жизни это фиолетовый. В жизни они вообще другого цвета. Не фиолетового. 131. Ячейка собрана. Есть также на Вальберис я заказала такую швейную машинку. Да, выглядит она, конечно, необычно, но шьет она реально круто. Ну все, буду делать наряды своей кошки. Доброе утро, я, короче, тут разгребаю все эти конспекты. Вот такая у меня уже стопка просто обычных черновиков. Я не знаю, зачем мне столько. Просто сейчас вам покажу это. Вот, вот. Это просто чистые листы из тетрадей, которые я буду сжигать. У меня на полу уже такая огромная куча тетрадок, которые мы будем сжигать. Ну и в параллель я ищу всякие штуки для видео про подготовку. К примеру, я уже нашла 2 своих теста. Первый тест по-русскому и последний в школе, который мы писали. Именно я их полностью самостоятельно писала, поэтому буду вам тоже это показывать. Вот. Ну а пока я дальше все это буду разгребать, вот эту тетрадь по алгебре. Ну, я вырву. А вот по химии, наверное, оставлю, хоть она и школьная. Наверное, оставлю. Может и нет. Сейчас посмотрю. Сразу скажу, что видео про подготовку к ЕГЭ по какому-то предмету все равно я показывать буду не все, а листочки, по которым я готовилась, потому что все вот это вести на дачу ради того, чтобы показать видео. Нет, я все равно привезу много, но знаете, что... То, что я покажу, это все равно даже не все. И то, что я покажу, это маленькая часть. Вот это я только начала разгружать. Вот у меня тут огромная пачка всего вот этого прорешенного. И что-то я возьму с собой, что-то не возьму. Я, в общем, подумаю сейчас, как это все привезти. 2 полки я разобрала. Вот это все просто в печку. Тут что-то есть про подготовку, но... Это не так важно, поэтому вот это пойдет в печку. Так, я перешла на следующее место. Здесь у меня те тетрадки, которые я оставляла специально для 10-11 класса. Но теперь какие-то тетрадки, естественно, я выкину.
А что-то, наверное, оставлю все равно. Сейчас посмотрим. Стопочки для видео. Просто, знаете, стопочка по-русскому, стопочка по математике и стопочка по химии. Я не знаю, как это увозить, причем это я не просто так навалила сюда, не пойми чего, а все это я открывала в течение года. Даже вот эти вот за 9 класс я открывала. В общем, макулатуру я всю собрала, и уже мы даже отнесли сегодня вечером машину. И вот я уже погрузила в коробки все свои растения, и их завтра утром я тоже уже положу в машину. Вот вторая коробочка, и у меня тут отдельно еще томат стоит большой. Вот, ну все. А спокойной ночи. Завтра утром я уже поеду на дачу, ну как утром в час дня. Вот. Также завтра я поеду к психиатру для справки. Вот этой вот, которая 0,86. Вот, чтобы поставили галочку, грубо говоря. Ну и сразу после врача я уже поеду на дачу. Ну все, я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых влогов и до новых видео. Thank you.